каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Здравствуйте, в эфире программа «Патруль» и я ее ведущая Айка Сондар. Угон, ДТП и пьяные водители – все это и не только в сегодняшнем выпуске. Поехали! Спонсор программы – компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. В Кызыле инспекторы ДПС задержали 18-летнего местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля. В ходе охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения на улице Титова города Кызыл госавтоинспекторы остановили водителя автомашины марки ВАЗ для проверки документов. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что 18-летний водитель не имеет права управления. Также полицейские установили у водителя признаки алкогольного опьянения. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отказался. Также при проверке данных транспортного средства сотрудники ГИБДД установили, что автомобиль числится в розыске, как угнанное со двора одного из домов по улице Ленина. 18-летний житель поселка Сукпак был доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В Туве бизнесмен предстанет перед судом за неуплату налогов в крупном размере. Следственным комитетом региона завершено расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего индивидуального предпринимателя. По версии следствия, в период с сентября 2014 года по апрель 2015 года обвиняемый умышленно представил декларацию за 2013 год заведомо ложными сведениями, а налоговую декларацию за 2014 год нарушение требований законодательства не представил. В общей сложности обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму чуть меньше 1,5 миллиона рублей. При этом доля неуплаченных налогов по отношению к общей сумме налогов, подлежащих уплате в бюджет, составила 93%, что является крупным размером. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В регионе бывший работник бюджетного учреждения здравоохранения предстанет перед судом за мошенничество. По версии следствия, 50-летняя обвиняемая в силу занимаемой должности знала о заключенном в апреле 2018 года между Министерством здравоохранения Республики и индивидуальным предпринимателем о государственном контракте на приемку от поставщиков, доставку и отпуск медицинским организациям лекарственных препаратов. Зная о поступлении на счета исполнителя денег в счет оплаты по госконтракту, обвиняемая во время личной встречи с индивидуальным предпринимателем обманула его, сказав о том, что имеет весомую роль в проведении электронного аукциона, пообещав дальнейшее покровительство при исполнении контракта, а также ссылаясь на свои полномочия, якобы позволяющие прекратить или приостановить финансирование оплаты по контракту. Потребовала от потерпевшей передачи несколькими частями 500 тысяч рублей от суммы контракта. Получив через несколько дней от находившейся в заблуждении потерпевшей первую сумму в размере 70 тысяч рублей, обвиняемая распорядилась ими по собственному усмотрению. Всего в период с июля по сентябрь 2019 года путем неоднократных телефонных звонков и СМС-сообщений, вызывая угрозу прекращения якобы оказываемого покровительства, обвиняемая добилась передачи ей в общей сложности около 300 тысяч рублей, из которых 170 тысяч рублей она потратила на себя, а в момент передачи 125 тысяч рублей была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Следствием собрана достаточно доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В Туве зарегистрировано 2 наезда на несовершеннолетних. 10 мая около 17 часов в дежурную часть полиции Кызыла поступило сообщение о наезде на пешехода. Сотрудниками полиции установлено, что 71-летний кызылчанин, управляя Nissan Bluebird, двигаясь по левобережному дачному обществу, сбил 10-летнего мальчика. В результате происшествия пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. У него диагностировали сотрясение головного мозга. Еще один наезд на несовершеннолетнего участника дорожного движения произошел 11 мая около 12 часов в поселке Кахи. Предварительно установлено, что 36-летний водитель, двигаясь по улице Паромная поселка Кахем, не уступил дорогу несовершеннолетнему, переходившему проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии ребенок получил ушибы и ссадины.
Сводка ГИБДД далее. С 9 по 12 мая в республике зарегистрировано 3 ДТП, в результате которых 5 участников дорожного движения были травмированы. За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД на территории республики задержано 55 водителей в состоянии опьянения, из них одна автоледи. В Туве подведены итоги операции «Дети России-2019». Чтобы оградить несовершеннолетних от употребления наркотических веществ, от их незаконного оборота, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, Управлением по контролю за оборотом наркотиков ТУВО проведено мероприятие «Дети России-2019». В период проведения операции сотрудники при содействии других участников провели 82 профилактических мероприятия, направленных на предупреждение распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения и употребления на свае среди несовершеннолетних. В сельских домах культуры, магазинах, администрациях, поселков и городов республики волонтеры раздали жителям более 500 буклетов и памяток. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД организованы и проведены рейдовые проверки с участием администрации сельских поселений и районов в общежитиях техникумов. В ходе рейдовых мероприятий проверялись торговые точки, досуговые учреждения, места массового пребывания несовершеннолетних, жилые секторы, учреждения с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, а также 50 подотчетных семей, в которых проживают несовершеннолетние, употреблявшие наркотики. За неисполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних составлено 35 протоколов. Всего за период проведения операции в Туве возбуждено 15 уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотических средств. Составлено 11 административных протоколов. Изъято наркотических средств гашиша 37 грамм, марихуана более 6 тысяч грамм. Стоит отметить, что с января по март текущего года в 30 школах, 3 СУЗах республики и на 10 факультетах ТУВГУ врачом-наркологом проведен медицинский осмотр и тестирование учащихся на предмет употребления наркотиков. Обследования прошли около 5000 учащихся, однако родители более 601 совершеннолетних не дали своего согласия на тестирование. У 63 учащихся, из которых 46 школьники, 14 студентов СУЗов, 3 студента ТВГУ, результаты оказались положительными. Программа создана при информационной поддержке Министерства дорожно-транспортного комплекса Тувы. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключение я напоминаю наши контакты, адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале Туинская единая служба информации. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты.